Сургутский школьник так не хотел идти учиться, что взял в руки пистолет. Накануне утром 16-летний подросток угрожал родителям оружием. Они просто пытались отправить сына в школу. Подросток так и не пустил в ход газовый пистолет, а лишь сбежал из дома. Родители вызвали полицию, сотрудники УМВД нашли школьника на улице, вернули домой. Полицейские провели с подростком и его родителями профилактическую беседу. По предварительным данным, подросток, состоящий на учете в психологическом диспансере, угрожал родственникам газовым пистолетом. До приезда полицейских парень убежал из дома и оставил оружие в квартире. Сотрудники полиции установили местонахождение подростка и передали законным представителям.